центре, занимающиеся по таблице, знающие кто-то, тогда мы уже пытаемся, что делать найти. Ну ладно, проблема уже есть, а что же делать? И вот когда мы задумываемся очень сильно и находим выход, ну, нам тут цены нет. Мы Платон и Аристотели, потому что мы уже знаем диалектику, мы уже правильно смотрим на ситуацию, и если я не могу изменить мир и ситуацию, я меняю к нему свое отношение. Это философская мысль. И это надо запомнить всем. И тогда нам будет спокойнее жить. Но законы духовные, значит, предполагают, что человек может быть разрушителем, как рассудочный.